Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будут две посылочки. Одна посылочка, вот эта большая, доставлена курьером из магазина «Кораблик», а вторая посылочка с AliExpress. Хотите экономить на своих покупках? Регистрируйтесь в сервисе Letyshop и получайте кэшбэк в более чем 900 магазинах. Покупайте с удовольствием. Регистрируйтесь в сервисе Letyshop, устанавливайте расширение для своего браузера и экономьте на своих покупках. Ну что ж, давайте начнем вот с этой вот посылочки, которая была доставлена с AliExpress. Эту вот посылочку, так скажем, заказали на пробу. Просто посмотреть, что придет, какую продукцию предлагает нам китайский производитель. В сравнении, допустим, с продукцией Philips. О чем именно я хочу сказать, вы сейчас увидите. Давайте откроем и посмотрим. Посылочка дошла за 2 недели, оценена она в $3, хотя сам продукт, находящийся здесь, стоил намного дороже, там порядка $10. Точно не помню, врать не буду. Вот, посылочку пришла она давно, никак не открывал, не было времени, вот сейчас решил все-таки открыть. Давайте откроем и посмотрим, все запаковано, все шло по трек-номеру. Открываем. Все пусто, здесь замотано в пупырочку, и что мы здесь видим? Здесь у нас бутылочка, бутылочка, но она не простая бутылочка, она еще есть и ложечка, и еще куча всяких приблуд. Давайте до конца ее распакуем и посмотрим. Значит, вот такая вот бутылочка с такими двумя ручками. Объемом она 240 миллилитров. Здесь есть шкала. Так вот, наверное, будет лучше видно. Есть шкала. Давайте откроем, посмотрим. Значит, внутри положили это силикагель. Это силикагель, чтобы убрать влагу. Сама бутылочка. Пластик с маркировочкой. Маркировочка на пластике стоит ПП. Это ручечки. И что же здесь? Здесь у нас в эту бутылочку можно ложить мякоть, то есть в эту сосочку. Накладываем мякоть в сосочку, потом закрываем бутылочку, и ребенок сосет мякоть, и плюс еще идет у него сок или питание или что-нибудь еще. А вот это вот, я так понял, это для того, чтобы прочищать. Когда засорилось, вы можете в любой момент взять и прочистить. Не знаю, правда, что это такая усовершенствованная бутылочка, которую можно использовать с мякотью. Но вот взяли, решили попробовать, посмотрим, что у нас получится. Такая она недорогая, но все-таки. Ну, конечно, я не знаю, буду, наверное, скорее всего, покупать детские бутылочки все-таки филипсовские, именно Avent. Ну, посмотрим, можно будет попробовать и эту в более старшем возрасте. Когда ребенок станет постарше, можно будет попробовать эту бутылочку. Надеюсь, надо посмотреть в интернете, кто покупал, нет, какие отзывы о ней, стоит ли вообще ее использовать. Ну, а пока мы ее откладываем в сторону, и давайте распакуем вот эту вот большую коробку. Эта большая коробка у нас пришла с магазина «Кораблик». Доставил ее курьер, доставил он ее вместе с комодом, комод с доской для пеленания, большая коробка, которую я буду собирать, распаковывать и собирать, но чуть позже. Давайте посмотрим, что у нас здесь положили. Здесь накладная, она неинтересна. Все, коробочка пустая. Мне интересно, что вот это вот такое. А это, друзья мои, упакован вот такой пластиковый пакет. Это у нас муфта для колясочки. Муфта для колясочки, поскольку пополнение мы ждем через 2 месяца, и зимой гулять придется. Зимой гулять придется. Вот такая вот муфточка. Решил я взять сразу. Не люблю я, когда вдруг неожиданно что-то понадобится, а у меня этого не будет. А здесь уже будет. Вот такая муфточка.
ничем не пахнет, все отлично. Есть вот такая вот инструкция на трех языках. Материал 100% полиэстер. Наполнитель синтепон. Стирать при 30 градусах. Производитель Ленинградская область. Ну что, российского производства, это уже радует. Такая муфточка. Единственное, что, наверное, плохо, это то, что здесь не закрываются бока. Хотя нет, смотрите, они закрываются. Здесь есть липучки. То есть вот так вот закрываются на липучечке. Одеваем, защелкиваем, вставили руки и все. И поехали. Классная, классная. Внутри у нас она флисовая. Это флис материал. Я бы не сказал, что она сильно толстая, но так потолще каких-нибудь перчаток. Довольно-таки хорошая, чистенькая, аккуратненькая. И самое главное, российского производства. Все ссылочки я оставлю под описанием. И еще, дорогие друзья, все эти покупочки я совершал сервисом Letyshop. Вы можете получить кэшбэк на свои покупки. К сожалению, магазина «Кораблик» нету в их списке, но там более 900 магазинов. Вот, допустим, с AliExpress за заказ этой бутылочки я получил 8,5%. 8,5% возврат кэшбэка. Так что, кому, если что-то заинтересовало, все ссылочки будут в описании. Переходите, смотрите, регистрируйтесь и получайте свои проценты назад от ваших покупок. Ну а на сегодня все. Это была последняя распаковочка. Я вот сейчас придумываю, как бы снять сборку комодика. Сборку комодика сниму. Ну а пока.